сейчас вам покажу новый дом. Республика Алтай. Закрытый клубный поселок Вилладж Парк Катонь. Все дома все в одном стиле. Этот дом порядка 120 квадратных метров. Он сейчас доступен и для аренды, и для покупки. Аренда 16 тысяч все-таки. Для продажи 16 400 миллионов. Это примерно прямо в центре поселка. Это себе друг построил. Вот там вот буквально начинается такая зона, где там детская площадка. Фотографии приложу. С таким вот все видим. Дом все полностью уже готов. Сейчас делаются документы. Вот эксплуатация. Так, здесь строится мангальная зона. Пергола. Так, все уже полностью. Фен, утюг тут. Колесо все везли. Так, и вот здесь у нас так вход. Все, ходим. Получаем просторную гардеробную. Так, там за дверкой у нас бойлерная. Здесь гардеробная. Но он с большей, наверное, целью для проживания все-таки делался. Поэтому гардеробную так для постоянного проживания. Гардеробную сделали большой, что необходимо в таких домах. Так, заходим, смотрим. Санузел. Душевая, стиральная машинка. Все, у нас тут только маленько еще поднести, конечно. Помыть пол окончательно. Вот. Здесь же у нас на первом этаже спальня. Спальня также будет все с панорамой. Все кровати, все двухспальная. Отделка, все это кедр. Это все и запах кедра. Это... С утра все это вот туда облака уходят. В сторону смотрится, просто здорово. Так, и здесь мы попадаем в гостиную. Гостиная, где он, конечно, раскладывается все. Все с таким вот кухонная зона. Столы тоже во всех домах все раскладываются. Так что там посуда все везде готова. Там и чайник, и ложки, вилки, нож, ножи. Вот. Сейчас солнышко, чтобы так сильно играет. Кондиционер еще приходит. 15-й кондиционер будет уже стоять. Вот целый вот так вот все вид идет. Так, здесь у нас выход с террасы на террасу. Так же, как летний выход. Терраса лиственница. Поселок в целом, он, ну, уже многие даже не под аренду, а себе для проживания оставляют. Так, второй этаж. Цифровой ток все смотрится. Поднимаемся, и там тоже получим большую спальню. Наверное, если под аренду было бы здесь интереснее сделать полностью две спальни, два, что, ну, так как все-таки поселок закрытого типа, клубный, для людей, в общем-то, которые не пытаются забиться в дом там. Ну, две семьи сюда под аренду вполне, либо для проживания. То есть тут кровать та же двуспальная, все деревянная. Также диван раскладывается. Так вот все видно. Тоже полностью и постельное белье все лежит. Все новое.
Такой дом.